Пане Володимире, перемога така, ну, трошки валідольна, просто нога в ногу йшли. Ну, если вы заметили, следите за нашими играми, у нас все игры достаточно равные, но в какой-то момент происходят переломные моменты. До сегодняшнего тура, к сожалению, он был не в нашу пользу. Да, действительно, игра достаточно, ну, наверное, оказалась сложная, потому что соперник был равный, за что ему и спасибо огромное, что подарил нам сегодняшние эмоции в субботний день. Ну, как бы, счет на табло, и сегодня мы победили. Подарував суперник, чи ви самі завоювали ці емоції найперше? Ну, я не могу сказать, что соперник подарил, потому что соперник боролся до последних секунд. Вы сами видели и сами в начале нашего интервью подтвердили это. Соперник бился до последнего, и как бы счет не разгромный. Разница один гол достаточно серьезно говорит о том, что матч был равный. Вот, поэтому хочу сказать, что сегодня мы победили, наверное, потому что нам надоело проигрывать. Вот, мы очень хотели этого, мы шли к этому несколько туров подряд. Сегодня мы победили. Чи погодитесь ви, що не в останню чергу невдачі команди в минулих матчах десь психологічно вплинули і досить суттєво на гру? Я хочу сказать, что у нас такая команда, которая достаточно быстро восстанавливается. То есть все эмоции, которые были в прошлой игре, они остались в прошлой игре. Все эмоции, которые были в позапрошлом туре, они там и остались. Наш тренер проводит достаточно серьезную теоретическую работу с командой как после игры в раздевалке, так и на тренировках. Поэтому я хочу сказать, что какого-то негатива или сложностей, которые были, мы с собой от туру к туру не тащим. Все остается в прошлом. Мы в каждую игру выходим с новыми силами и с настроем на победу. Результат по игре? Ну, я считаю, что да. В принципе, как у нас, так и у соперника было несколько голевых моментов. Достаточно, ну, стопроцентный голевой момент, это забит гол. Но очень хороших моментов, когда можно было забить. Вот, но я считаю, что да, по игре. С перемогой. Спасибо большое.